Всем привет! В сегодняшнем видеоуроке я вам хотела показать, как связать вот такой узорчик. Называется он кукурузка. В народе узелки, ежики, чешуйки. Вот такое интересное название. Получил вот такой простой узор. Он очень прост в выполнении. Состоит из лицевых изнаночных петелечек и накидов. То есть обычный вот такой вот... как говорится, способ, но выглядит очень красиво. Такой узорчик очень красиво выглядит на свитерах детских, взрослых, кофточках, кардиганах. В общем, очень прост в выполнении. Раппорт узора состоит из, в ширину, так сказать, состоит из любого четного количества петелек, а в высоту всего лишь 4 ряда, которые между собой повторяются. То есть 4 ряда, одна чешуйка, 4 ряда, второй ряд чешуйка, 4 ряда, третий ряд чешуйка. То есть вот состоит всего лишь из 4 рядов. Справится, я думаю, даже начинающий. В общем, если вам понравилось, мы начинаем вязать. Для образца узора нужно набрать любое четное количество петелек, то есть кратное 2, плюс 2 кромочные. Для своего образца я буду набирать 20 петелек, плюс 2 кромочные. Первоначальные 2 петельки я набираю на одну спицу, затем приставляю вторую и набираю еще 20 петелек. Для чего я набираю сначала на одну спицу, а затем приставляю вторую? Для того, чтобы был не растянутый краешек. 2. Итак, 4 мы уже набрали. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22. 2 кромочные наши. Затем натягиваю ниточку на пальчик, та, которая ведет к моточку, и вытаскиваю спицу свободную, то есть ту, на которой у нас было 2 первоначальные петельки, я оставляю. Теперь первую петельку снимаете кромочную, затем вторая идет лицевая, третья изнаночная, четвертая лицевая, пятая изнаночная. Обратите внимание, лицевую я провязываю за переднюю стеночку. Итак, чередуем лицевая, изнаночная до конца ряда. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и кромочная наша тоже изнаночная. Разворачиваем наше вязание. Второй ряд. Второй ряд мы будем вязать следующим образом. Кромочную снимаем, затем у нас идет лицевая. Лицевую провязываем за заднюю стеночку лицевой. Затем, где изнаночная, мы вот так вот ниточка перед работой и вместе с ниточкой снимаем изнаночную. То есть, таким образом мы сделали накид. Затем, лицевая за заднюю стенку так и провязываем лицевой. Где изнаночная, снова нить перед работой, снимаем вместе с изнаночной. Вот так вот ниточку делаем накид. Лицевая за заднюю стеночку лицевой. Где у нас изнаночная, снова нить перед работой, снимаем, не провязывая вместе с накидом. Лицевая за заднюю стенку, не провязанная вместе с накидом. Лицевая за заднюю стенку, изнаночная, не провязанная с накидом, снимаем. И затем продолжаем до конца ряда, лицевую за заднюю стенку, изнаночную, не провязанную, снимаем с накидом. Лицевая за заднюю стенку, изнаночная с накидом. Лицевая за заднюю стенку, изнаночная с накидом. Кромочная, изнаночная. Третий ряд. Третий ряд провязываем так. Кромочную снимаем. У нас идет дальше 2 петельки. Вот накид и лицевая. Мы снова нить перед работой делаем как бы второй накид уже. И снимаем, не провязывая. Изнаночную провязываем лицевой за переднюю стенку. Снова, где лицевая с накидом, мы снова нить перед работой снимаем, как бы делаем второй накид. Изнаночную провязываем за переднюю стеночку лицевой. Где у нас лицевая с накидом, еще делаем один накид, снимаем, не провязывая. Изнаночная, лицевой провязываем за переднюю стенку.
Снова там, где у нас с накидом петелька, накид еще один делаем. Изнаночная провязываем лицевой за переднюю стеночку. Где с накидом, еще один накид. Изнаночная, лицевой за переднюю стенку. И так до конца ряда. Изнаночную провязываем лицевой, а где с накидом петелька, еще делаем второй накид. До конца ряда провязываем. Лицевая, еще один накид. Лицевая и последняя, кромочная, изнаночная. Четвертый ряд. Первую кромочную снимаем. Затем провязываем изнаночную, лицевой за переднюю стенку, а там, где был у нас петля с накидами с двумя, провязываем изнаночной за все три петелечки, то есть два накида и основная петля. Теперь идет изнаночная, мы ее провязываем лицевой за переднюю стенку, а там, где у нас было три петелечки, петля с накидом с двумя с накидами, провязываем изнаночную. Изнаночную провязываем лицевой за переднюю стеночку, и где три петли, провязываем изнаночной вместе. Изнаночную провязываем лицевой, а где три петли, провязываем изнаночной. Изнаночная, лицевой, три петли, изнаночная. И так чередуем. Лицевая, все три изнаночные. Лицевая, все три изнаночные. Лицевая, все три изнаночные. Лицевая, три все одной изнаночной. Лицевая, изнаночная. И кромочная, изнаночная. Итак, как вы видите, связав четвертый ряд, у нас получились вот такие вот замечательные уже рубчики, то есть наша кукурузка. И теперь пятый ряд равняется первому нашему провязанному. То есть сейчас мы повторяем все сначала. Кромочную снимаем, лицевую провязываем лицевой, изнаночную, изнаночной, лицевую провязываем лицевой, изнаночная, изнаночная, лицевую, лицевой, изнаночная, изнаночная. Итак, чередуем снова, как и первый ряд. Пятый ряд мы провязываем лицевая, изнаночная. Причем, обратите внимание, здесь вы провязываете по рисунку. То есть по узору у вас как идет лицевая, изнаночная, так вы провязываете лицевая, изнаночная, последняя изнаночная, кромочная, изнаночная. Шестой ряд вы провязываете как второй. Кромочную снимаете, затем у вас идет лицевая, провязываете ее лицевой. Изнаночную снимаете с накидом. Лицевую за заднюю стенку провязываете лицевой, изнаночную снимаете с накидом. Лицевая, лицевой провязываете, изнаночная снимаете с накидом. И так до конца ряда. Лицевая, изнаночная снимаете с накидом. Лицевая, изнаночная снимаете с накидом. Лицевая, изнаночная с накидом. Лицевая, изнаночная с накидом. Лицевая, изнаночная с накидом. Кромочная, изнаночная. Седьмой ряд вяжете как третий. Кромочную снимаете, где два накида делаете третий. Теперь, где изнаночная, лицевую за переднюю стенку провязываете. Снова второй накид. Изнаночную провязываете лицевой за переднюю стенку, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид не провязанный, лицевая за переднюю стенку, накид не провязанный, лицевая за переднюю стенку, кромочная, изнаночная. И последний завершающий, четвертый ряд наш узора, рапорта. Изнаночную, где у вас провязываете лицевой за переднюю стенку, а где наша петля с двумя накидами, изнаночную. За переднюю стенку лицевой нашу изнаночную провязываем, и изнаночная 3 сразу петли. Лицевую за переднюю стенку, изнаночная 3 петли вместе. Лицевую за переднюю стенку, изнаночная 3 петли вместе. И так чередуете. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, кромочная, изнаночная. И как вы видите, получился уже второй ряд нашего узорчика.
Вот и получается, если вы будете чередовать эти 4 ряда по очереди, у вас и получаются вот такие замечательные узорчики, ежики, узелки и так далее, как их только не называют. Но основное название этого узора – кукурузка. Я надеюсь, что вам понравилось и стало все понятно теперь. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ровных петелек вам. Пока-пока!